Павел, что ты, о чем ты думал, когда бежал к зачетной зоне? Ну, чтобы занести, донести до конца его и не потерять. Вот, а как оказалось так, что ты очутился в этой точке на поле? Ну, в принципе, комбинация была такая, где надо было закрывать эту зону, и квотербек тоже немножко ошибся с пасом, как бы. И попал он, лично мне прилетело хорошо в руки. Вот. Ну, так вот и словил. Кому ты посвящаешь свой тачдаун? Команде. Павел, скажи, пожалуйста, доволен ли ты качеством игры своей сегодня? Нет, конечно. Почему, конечно? Потому что можно лучше, быстрее, сильнее, как бы. Ну, всегда есть к чему стремиться. А делаешь ли ты поправку на начало сезона? Ну, первая игра всегда, она такая, наверное, нервная, волнительная, как бы, что-то не получается. Ну, на эту поправку можно сделать, да. К чему готовиться в следующей игре, в твоем исполнении? Ждать ли нам еще одного тачдауна? Хотелось бы, но главное, чтобы команда сыграла хорошо, как бы, в целом, а лично... Результатом доволен? Победой, да. Хорошо. Спасибо большое, Павел. Пожалуйста.